Всем здорово! С вами канал ЛВ4, ребят. Сегодня очередной обзор мода, который мы сегодня рассматриваем. Сегодня у нас Евротрак Симулятор 2. Мы рассматриваем Айвека 619, который обновился до 1.38. И что у нас он представляет? Смотрим. Сегодня мы посмотрим Айвека. Возможно, также сегодня будет видеорассказ обо мне и так далее. Возможно, кстати, если все получится и так далее. Посмотрим, короче. Сейчас посмотрим Айвека, что он представляет. Одна кабина. Айвека это обновилась до 1.38. По-моему, я не помню, конечно, по-моему, на канале есть 1.36. По-моему, у меня она, что ли, возможно. Ну ладно. Кабина одна, 4 на 2, двигатель 260, 12 передач по интерьеру. Руль, я так понял, возможно, добавляется, да? Один слабо просто он делает. Ну, да я даже не знаю, что это сложно сказать. Вот здесь я так понял, что картонка, вот это именно картонка вставлена. Вот это вот видно, что сразу. Вот это картонка, то есть. А так, да, в принципе, по салону нормально, но только что меня удивляет, это вот это. Почему? По покраске, по покраске, польский цвет, можно польский цвет и польский цвет металлик. По аксессуарам. Это у нас климат-контроллер, который нахрен не нужен. Здесь что? А, типа рассказ, раскраска вот эта хоть такая, типа скина, что ли. Здесь что? Внутри всякая, ясно. Здесь что? Антенна. Здесь что? Это что? О, сразу руль добавился. Непонятно. Ладно, не будем ставить. Фигня какая-то. Каня 112-113. И будем ставить на. Все. Внутри. Ну, по аксессуарам не слишком много всего. Руль. Руль. Один. Антенна. Все, к сожалению. Даже висюльки не внутри. А, вот, подожди. Это. Ну давайте, принимаем. Слушайте, ну что-то первое впечатление того, что очень мало его. В плане чего? Вот этот обалденный капс. В плане чего? В плане того по аксессуарам. В плане по аксессуарам мало. Мало. Очень мало. Это плохо, конечно, но с другой стороны это нормально. Как бы я не знаю, как правильно. 50-50. Потому что, знаешь, то, что в грузовиках добавляют аж, блин, чтоб так каждой мелочевке было. Также в автобусах. А здесь что-то непонятно. У меня что-то... приборка как-то не сильно вдохновила, так сказать, да? Заводим, слушай. Звук свой, собственно. Это плюс. Большой плюс. Свет. Ну да, видите, это картон. Это вот видите, картон, это херня. Свет есть, анимация вижу. Свет есть. Ну что это вот это? Это минус большой. Минус. Свет. Есть, работает отлично, хорошо, без всяких причин. Стоп, сигнал. Вот опять, вот очень темноватый салон. Очень темноватый. Щели. Вижу. Щели. Вижу. Щель. Вот. Щель. Стоп-сигнал. Якобы работает. Ни хрена не видно. Поворотники. Работают. Анимации нету. Поворотников. Ну какие открывания стекол? Да ну нафиг. Открывание стекол есть анимация.
открывание стекол, если быть. Это что-то новое. Все. По-моему, все. Больше ничего нету. А, вот. Есть ситуация. Три положи. Четыре, что ли? Подожди. Раз. Два. Три. Четыре. Четыре положения. Короче, ребят, что я могу сказать про данный мод? 50% хорошо, 50% плохо. Если говорить по десятибалльной шкале, какую я могу оценку поставить? 6. Почему? Я могу объяснить. 3 балла. Я общее поставил за то, что есть все анимации. 3 балла. 3 балла. Это 100
стоп-сигнал, хрен с ним, анимация стекол, поворотники, дворники, вот это и так далее. А мы сейчас даже еще не посмотрим, мы даже еще не посмотрели сцепку, то есть вот такого балла. Может даже балл еще накрутится, то есть сейчас мы посмотрим. 3 балла. И 3 балла я поставил за щели, за черные, за плохое освещение внутри, за плохое вот эти приборку, что картонные стоят. Мы сейчас посмотрим в этот, возьмем шторник обычный, посмотрим, можно ли брать, есть анимация с этим. Потому что мы не посмотрим. Ну, я уверен, что, я думаю, если есть, то балл не кручу. Да, есть. Хорошо, 7 баллов. Поэтому с канала 24, всем пока, всем удачи, если кто хочет, то пожалуйста, скачивайте, все ссылки будут в описании, и сегодня, если что, что-то запышем, ладно, всем пока, всем удачи, с канала 24, пока.